Слегка. Ну давай, кто подойдет? Ну кто подойдет? Че, ссытись, суки? На! Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Hellblade. Стена опять дышит. Так туго дышит, прям как будто в трубку кто-то дышит. Хотя, кстати, заметили? Ну, чуть-чуть, но вроде как даже грудная клетка не двигается. Ну, может быть, это какая-то технология, методика, техника, дыхание какая-то особая воинская. Вообще, может, она имитирует дыхание? Если вы понимаете, о чем я говорю. На самом деле, я думаю, что мне стоит пойти именно сюда сначала, а не по той досочке. Не знаю почему, но пока так думаю. Давай. Северяне говорят, что однажды миру придет конец. Они называют это Рагнарок. Судьба богов. Мы уже слышали про это. Сначала наступит суровая зима, которая продлится 3 года, потом все люди ополчатся друг на друга. Так подождите, а как же огненный великан? Братья будут биться друг с другом насмерть, все позабудут, что связаны друг с другом родственными узами, трудные будут времена, ужасными будут преступления. То будет эпоха топоров и мечей. Ветер будет свободно гулять по заброшенным залам, там, где раньше играли дети. Будут бродить волки, мир обратится в руины. Вот так весело будет. В общем, ребята будут отрываться по полной. Куда это мы, собственно, приперлись, а? Где оно? Я что-то не понял. Я же не вернулся назад. Не похоже, потому что здесь у нас обрывчик. Нет, красиво, может быть, здесь мост надо увидеть? Нет? А если вот чуть-чуть вот так? Нет, тоже мимо. Секундочку. Надо как-то его узреть. Вроде часть узрел. Ла, Сенуа. Но что-то не очень. О! Так, стену надо как-то... Как-то так, что ли? О! Прирастило, да. Кусок прирос. А теперь в другую сторону надо ломиться. Я приблизительно именно так и думал. Что будет все у нас складываться. Бегать будем, в общем. И биться. Бегать и биться. Ну, хорошо, побиться мы не против. Да-да-да-да-да-да-да. Молодец. Красавчик. Женщину со спины ударил. Да еще когда она была занята. Понимаешь, а? На. Да пошел ты в задницу. Слушайте, а как я там делал этот удар, а? Я не помню. По-моему, помимо... Опа, поймал. По-моему, надо как-то... Вот так. Отлично. На. Понятненько. Давай еще раз. Оп. Саданул ему. Еще разок. Опа. По хлебальнику. На самом деле, жаль, что я этому с самого начала не научился. Не додумался. Все? Не все. Ай, ты, блин, как ты меня бесишь, а? Давай сначала этого разрежем. Так будет проще. А их 4 уже? Вообще по 4 еще не было, по-моему. Тихо, тихо. Да где они меня окружают? Ничего они не окружают. Я уже ж 2 убил. Одного. Уже почти 2. Ученок, да... Вы что, издеваетесь, что ли? Все, хватит. Закругляйтесь. Нет! Опа, чудом спасшаяся. Так, а если на тебе это провернуть?
Не на того мы были нацелены. Так, сейчас со спины нападет. Я прям чувствую. Ага, да-да-да. На! Все, все, убил, убил, все. Расслабься. О, похлебление прилетело. Топоры там не летят нам в спину. Ты, ну давай, разгоняйся и... Разогналась одна, да? Да я уже тут размечтался. Опа. Че, кидай свою хрень, не? Не хочешь? Ага. Фиг тебе. Ага. А теперь сосредоточимся. На. И тебе, и вот так еще. Похлебление, как только тебе не врежу. И вот, ну, вот так. Ух. Это было круто. В итоге, боевка здесь очень даже ничего такая. Что она будет делать? Она будет спускаться вниз. Если ты жмешь Shift и потом жмешь левую кнопку мыши, она делает обычный удар. Если правую кнопку мыши, то она делает сильный удар. А если F, то она лупенит ногой и сбивает щит. А я так намучился с этими щитоносцами. Может, это из-за сложного уровня сложности? Мне ничего не написали в подсказках об этом. Или написали? Взаимодействовать, бег, сосредоточение. Ну как бы нет. Догадайся, мол, сама. Сенуа. Ну, может, это и правильно, типа. Тут надо, знаете, как вот... Как я в детстве во все файтинги играл. Берешь джойстик и жмешь на все кнопки, и все. Работает безотказно. Так, и нам, по идее, нужно залезть на другую вершину, противоположную. И с нее, может быть, получится. Мост? Мост сломан. Она не может его починить. Да может, может. Куда ты смотришь? Я думал, ты не туда пойдешь. Что ты на меня смотришь? На мост смотри. Поздно. Ничего не поздно. 10 часов вечера для нее уже поздно. Это ведь не просто сломанный мост, да? Мама, ты учила меня смотреть дальше, видеть скрытые в мире чудеса и искать новые пути в неизведанные. Вести других за собой, предупреждать других об опасностях. Вот наш дар и наш долг. Да. Я больше не отвернусь в страхе. А куда же отворачиваться-то? Тьму это мы уже победили. Так, и что у нас здесь? Разговоры разговаривать будем? Да. А здесь заперто? Нет. Да. С другой стороны, наверное. Давай. Северяне говорят, что боги связываются в последней... сразятся в последней битве, когда наступит Рагнарёк. Страж богов протрубит врог, который слышен будет по всему миру, и Один будет говорить с отрубленными головами. В общем, страна великанов содрогнется от них, от их выступающей армии. Истинные великаны придут с востока, и неистые. Блин, что ты так ускорился? Орлы будут кричать и рвать мясо мертвых своими желтыми клювами. И проплывет корабль мертвецов. Приплывет. И чё? Ну, приплывет корабль мертвецов. Во Властелине колец такое было, и нормально все кончилось. Чё ты, в самом-то деле? И это не та точка, да? Мы тут абсолютно ничего не узрим. Давай выше. Раздухарился как? Я тут, понимаешь, в образ только вошел. А оно мне такое устроило. Так, а вот это та точка? Ну, нифига не видно. Вот похоже, что та, но не совсем, да? Блин, где ты там вообще? Давай смотри правильно, Сенуа. Что, не фурычишь, что ли? Сломался? Видимо, не ту частицу надо. Или ту? Нет, ну по идее, оно же, вот оно же.
Тено, ты что, глазами косила? Перестань поясничать. В конце концов. Она такая особенная. So fucking special. Как пел Radiohead. Она может видеть секреты. Слышь, это я что, с той вершины секрет не увидел один? Ну что здесь за херня такая? Стеклянная. Ладно, побежали на этот мост. Далеко мы не убежим. Там вон снова все сломано. Леон, может ты что-нибудь вякнешь? О, иллюзия. Ну давай. Да почти же. Во. О, другое дело. Другое дело. Сейчас посмотрим, что там будет. А что, мне нравится это с мостами. Неплохо так намудрили. Если кто играл в очень-очень старую игру, которая называется Soul River, а вообще она из, так сказать, из саги Legacy of Kain Blood Omen, там было нечто похожее. Ну, там вообще сплошные, как бы, загадки. Игрушка, конечно, сейчас будет выглядеть мерзопакостно. Хрен вообще она пойдет. Скорее всего. Ну, не факт, конечно. Но она крутая. В свое время я в нее залипал. Северяне говорят, что когда придет Рагнарёк, богам придется встретить корабль, полный их врагов, который Локи приведет в Асгард. На корабле будут огненные великаны, чудовищный волк, который проглотит солнце и многих других ужасных существ. К ним примкнет Сурд со своим огненным мечом. Будут ломаться и крушиться горы, и тролли пойдут по земле. Люди нескончаемой верницей будут идти по дороге в Хель, а небеса разверзнутся. Слушайте, ну вообще-то мы как бы Сурд-то уже убили, никуда идти не будет он. Все нормально. Можно расслабить булки. Разошелся он. Вот это надо открыть. Это надо открыть просто по-любому. Давай, Сено, толкай. Двери здесь, конечно, сделаны на совесть. Тюремные, но... Но на совесть. Мне нравится, что здесь они не перегибают с однообразием. Чего? Игра, я тебя только хвалить собрался, а ты тут такое мне выкидываешь. Ну, перестань. Ясно, можно все-таки проглядеть сквозь текстурку. Зря. Некрасиво так делать. Негоже. Так вот, не перегибают с однообразием. Да, конечно, головоломки одни и те же, но вот, допустим, то тьма, и она бегает с факелом, и все завязано на факеле, то... Какие-то нужно увидеть под каким-то особым углом предметы. Понятно, сейчас будет бой. То просто зайти через какие-то врата посмотреть. Да, здорово. А если тебя пнуть, ты как бы на это поведешься или нет? А, уже поздно. А поведется, нормально. Ну, зря пнул на самом деле. Да все нормально. Угу. Сейчас тебе будет опа. Хопа! Нет, ну ты чё? Ладно, давай включаем эту байду и давай-ка тебя немножко попилим в свободном режиме. Ага, а я того еще не добил. Куда ты появился-то, а? Ты можешь подождать очереди? А, добил, все. Все, твоя очередь, действительно. Твоя очередь, подставляй зад. Что ж поделаешь? Такой ты высокий. Серьезно, пятиметровый. Либо Сенуа с сантиметров 80 ростом, либо этот дядька метров 5, ну или 4. Ну на тебе. По идее, вообще-то, Сенуа не должна быть слишком высокого роста. Где? Там и тут. Ну давай, на. Тихо, ты не перегибай. Надо его... Эх, Сено, не на того навелась. На. Опа. Впервые попал, и тут ты мне такое делаешь? Гадюка ты, блин, клювастая. Кошмарище. Ну ладно. Опа. Что ты делаешь, а? Ну,
Просто что ты делаешь? Да. Хороший у них тандем. Я смотрю, они сработались. Мне нравится их компашка. Да. Надо все-таки клювастого сначала добить, потом с тем разобраться нормально. На. Спасибо. Ты только успел появиться, и тут на тебе. Угу. Угу. Да. Мы сейчас потеряем Сену. Должны постараться не потерять. Тихо, давай. Во! Все, ушел. Хо. Опа, ты и так можешь. Тихо, тихо, тут что-то такое серьезное? Или несерьезное? Появился тот, который топоры кидает? Да что ты будешь делать? Как ты смог ударить меня? Как ты смог вообще? Все, гады. Что за фигня такая у них? Нападает на девушку практически... Ну, нельзя сказать, что она безоружная, но... Практически беззащитная по сравнению с ними. По идее, должна была быть. Но нет. Так, давай. Я сейчас сначала посмотрю. А, это не туда. Ну, давай, вещай мне про Рагнарёк. Тверяне говорят, что каждый бог будет биться в Рагнарёк. Один сразится с чудовищным волком и будет убит. Но его... Один, Один. Но его сын отомстит за него и вонзит свой клинок ему в сердце. Фрейр сойдется с Сигурном... Суртом. Да с Суртом никто не... Ну что ты рассказываешь? Я его уже убил. Он отказался от меча во имя чего-то там. Солнце почерпнет, почернеет, земля погрузится в море, звезды упадут, огонь, вода встретится, пар и дым затянут все вокруг, и небо и земля, весь мир сгорит. Все боги погибнут, и воители, и Валгаллы тоже простые люди. Бедные. Простые люди тоже погибнут, короче. Сену, приготовься, ибо Рагнарёк близок. Да. Знаете, что самое странное в этом всем деле? Прям вот самое странное, что я вообще понять не могу. Говорит, Локи поведет корабль, или что там, людей поведет, Локи против, в общем, богов. Одних богов против других. Если они все это знают, что не прикончить этого Локи? Или не попытаться хотя бы даже? Типа, смирись, соляви или что? По какой схеме они вообще действуют? Я не понимаю. Так, и давай сюда, чтобы там на карачках не ползать. А то бессмысленно это. И оно все равно для этого не одето. Да? Ну все, мост мы собрали наконец. По частям, конечно, по кускам. Надо идти через него. Ужо. Дерись. Дерусь? Че? Дерусь, конечно же, дерусь. Я, блин, как Портос. Дерусь, потому что дерусь. Давай, Сено. Хоп, успел. Ла. Не-не-не, ну ты чё? Ты что это? Хоп! Не дает комбинацию завершить. Падла. Я близко к чему? К смерти, что ли? Не должен быть. Вроде еще. Да переключись, Сено, ну переключись. Не попал. А ну-ка давай, опа! Не на этого я вообще-то рассчитывал, ну ладно. А можешь? Опа! Хлобысь! Нормально девчонка справляется, на самом деле. А опять ты, да? Опять, значит, ты! Ну ладно, что с тобой поделаешь. Давай тебя быстренько порежем, а? Не убегай, не убегай, не, ну не убегай! О, точно! А почему это? Могли бы сделать так, чтобы он тупо свалился бы уже. Почему нет? Вообще-то было как бы странно. Я уже на долю секунды рассчитывал, что он свалится и все. Угу. Так, еще двойка вышла. Не-не-не-не-не, ну ты че? Куда пошел? Побежали, Сено, побежали. Прям засадим ему. По самое не хочу. Все,
Порезали. Ну давай. Оп! Да я... Почти ударил уже. Опа, и так умеет. Слушайте, ну просто... Она в зависимости от комбинации. Блин, я вот хочу с ними побаловаться вот этим ударом. Они мне такое здесь подсовывают. На! Тебя ногой забью, придурок. Хоп! Ну, короче, элементы карате у нее проступают, и это хорошо, но что ты делаешь? Пользуется тем, что я ненавижу блокировать. Ты что это? Подожди, ну подожди ты! В самом деле, ты что, пинка захотел, что ли? Серьезно? Ага. Ладно, давай так. Этого добьем. И тебя. Возьмем на заметку. Ну же, умри же. Отлично. И даже до тебя добрались, да? Как хорошо. Не-не-не-не-не-не-не. В смысле? А, круто. Найди хорошую позицию. А как тут найдешь хорошую позицию, когда они везде? Давай добьем. Да. Ай ты твою мать. Ага, угу. Сзади, да не то что сзади, везде, понимаешь, везде. Угу. Все, доигрались вы, суки. А почему не сработало или сработало на том? Я не понял, сработало или нет вообще. Да, он проявился все-таки. Да, сейчас прокончим. Не, на вот этого. На вот этого я тебе говорю. Да куда ты? Блин, их слишком мало, я смотрю, просто. Ага, сейчас. Почти все кончилось. А че он не проявился? Я тут как бы способность включил, а он не проявился. Эй, Сено, ты не находишь, что мы слишком глубоко залезли в стан врага? Назад, назад, все нормально. Давай на того. Ты хочешь на этого? Какая тебе разница, Сено? Че ты начинаешь? Может хватит? Может хватит? Ну разик ударил их, хватит, нормально же. Разик-то попал? Че второй раз-то бить? Вообще нифига не вижу. Ну ладно. Спасибо. Спасибо, не надо. Мне хватило. Угу. На. Да. Конечно. Нет уж. Все. Все остановились. Я так понимаю, новые все попадаются и попадаются на пути. Вырастают и вырастают. Тихо. Собрались все. Ребят, ну вы чё? Попал. Да уже прикончим. Подожди, не трынди под руку, блин. Видишь, много их слишком. Он еще и уклоняется здесь. Уклонист проклятый. Да на. Что, ребят, передышка, да? Как в лучших фильмах с Джеки Чаном, мать твою. Нет. Да пробью я твой блок. Вот так вот. Что? Что включилось? Ладно, режем. Пофигу, что там включилось. Режем его. Режем. Блин. Не видно за его задницей. Ни хрена не видно. Не-не-не, подожди. Опа. Вот мы тебе и сбили щит. Давай еще раз. Хоп. И... Ох ты! Ничего себе, все-таки такое тут бывает? Или он, в принципе, был уже умер? Да ничего, она не умрет. Ты че? Хватит трындеть. Нет. А этого можно так скинуть, а? Ну, блин. Сейчас попадет по хлебальнику, пока кидать будем. Угу. Но... Нет, нифига. С ним так не получится. Эти голоса все трындят и трындят. Все громче и громче. Все? Жопа тебе. Хорошо. Угу. Тяну, просто слишком много раз подряд нельзя умирать. И будет все хорошо. На. Не выйдет. Ой, еще и плечом, видали? Нифига. Это было круто. Тяну, прям учится на ходу. Еще один, да? Не дайте им
не дай им тебя окружить. Как тут не дашь окружить, когда они со всех сторон появляются, а? Хел охраняется, блин, хорошо. Ладно. Давай. О, первый пошел, второй. Давай на... Вот тебе, отлично. Теперь ты... Воу! Ну ничего себе. Ну бывает. Я все вижу. Тут еще один. Не один. Какая прелесть. Слушай, а как мне вообще понять, они заканчиваются или нет? Сосредоточилась уже. Спасибо. Спасибо, больше не надо, мне хватит одного. Сейчас за спиной еще кто-то появится. Хватит с тебя одного удара, блин. Тут еще эти цепи. Все, мы, конечно же, переключились на другого. Ладно, давай добьем тебя. Да как ты, как ты, как ты смог-то, а? О, еще раз плечиком вмазало. Но кто-то оказался не очень джентльменистым и вмазал в ответку. Угу. Снова их четверо. Их меньше и не становится. Слушай, ну серьезно, меньше не становится. Вот серьезно просто. Может, того надо убить? Лукас, фокус, блин. Полный. Попас. Давай. Одного оприходовали. Давай, тебя теперь. Нет. Аккуратненько. Все, ну а главное аккуратненько. Я так понимаю, по кому она бьет, тот и замедляется больше всех. Все остальные так, чуть-чуть. Слегка. Ну давай, кто подойдет? Ну кто подойдет? Че, ссытись, суки? На. Тихо-тихо. Дали, как она умеет? Блин, эта серия прям откровение боевки. Давай еще раз. По щам. Да выпендривался. Это называется да выпендривался, я знаю этот прием. Они... Воу-воу-воу-воу-воу. Они любят мне этот прием сделать, когда я начинаю применять новые способности. Но не все ж тебе эти приемы-то применить. Сучара. А он ведь почти уже мертв. Да, уклоняемся. Да, все, завалили. Ты последний, я надеюсь? Ты, блин, последний или нет? На! Все? Фух. Не, ну это как бы было не супер бешено. Но нормально так. Мне хватило. И этот прикол, блин, жаль, я не могу взять мечик сейчас. Но когда она крутится со светящим мечом, это, блин, джедайством отдает, прям дышит. Что случится, когда она умрет? Что случится с нами? А хрен знает, что с вами. А я не хочу здесь, а я не хочу, я не хочу. Мы все умрем когда-нибудь. А когда умрут все, конец придет даже богам. А я не хочу умирать. А кто это сделал? А кто это сделал? Смотри, как запели, а, сучонки. Ладно, я думаю, мы дальше уже будем продвигаться в следующей серии. Но что-то мне подсказывает, что мы подходим к какому-то боссу. А в этой серии уже был порядочный трэшик. Мы немножко побегали, немножко посмотрели. Да смотри ты в камеру, а! Не хочет. Я ничего не могу с этим поделать. Просто, ребят, я ничего с этим не могу поделать. Блин. Сену, а ты посмотришь в камеру, нет? Нет. Нет. А видите, она даже просто нет-нет говорит. Ладно, что же. Классное было откровение, судя по всему, под конец игры. С тем, что здесь можно, оказывается, избивать щит. Можно и вертеться, и крутиться, и вообще, в принципе, удар сбивать. И это я еще и не блокирую. Но это мои личные бзики, это уже другое дело. Вот, но вообще здесь очень классно продумана боевка. Вот, серьезно, мне нравится. Да, конечно, не мы все, ну, по крайней мере, я привык к тому, что есть RPG-шный момент. Какой-то такой вот маленький-маленький, но все-таки есть. А тут, ну, максимум меч. Но это не то. Это не то. Жаль. Может быть... Хотя, может быть, это убило бы всю прелесть этой игры, если бы тут был RPG-шный момент.
А так это придает ей шарма такого. Не знаю, не знаю. Может быть, но хотелось бы. Всегда его хочется и всегда его ждешь. Что же, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!